До конца этого года встать на биржу труда и получить пособие можно дистанционно. Оно положено тем, кто потерял работу с 1 марта, кроме тех, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины. Размер пособия в апреле, мае и июне увеличен до 12 130 рублей. В регионах, где установлен районный коэффициент, сумма еще выше. Также родители, которые остались без работы, могут рассчитывать на дополнительные 3000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Подать заявление можно на главной странице сайта «Работа в России». Проверьте, есть ли сведения о вашей трудовой деятельности в пенсионном фонде. Это можно сделать здесь же. Для направления заявления вам потребуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги. Процедура простая. Авторизируйтесь, заполните форму и приложите резюме. Также подать заявление можно через местный центр занятости, при условии, что он работает удаленно. Это можно проверить на их сайте. Встать на учет необходимо по месту постоянной регистрации. Если в течение 11 дней вам не найдут работу, будет назначено пособие. В период пандемии оперативно вводятся федеральные меры поддержки по инициативе президента России Владимира Путина, а порядок оформления пособий и получения документов упрощается. Вместе мы все преодолеем!